Дошел мяч до Фрейманиса, и вторая попытка. Кинг подворал мяч под кольцом, не стал сейчас атаковать. Яковенко бросает и попадает под блокшот Шона Кинга. Сейчас бил специально в ноги, дабы мяч в аут улетел от игроков Калева. Захаров из-за трехочковой попадает по высоченной траектории, этот мяч полетел. И откровенно таких неудачных бросков. Ой-ой-ой, а это уже голевой шедевр от Тейлора. Показалось, что ничего не было. А вот хорошая такая полускрытая передача Кеннеди в лицевую. Стал бросать Фрейманис, также не бросает Арбет через руки, да что ж такое. Здорово блокшот ставит Фрейманису Яковенко. Но вновь Кеннеди переиграть не удалось. Фрейманис трехочковый через руки Кеннеди. Два лидера сошлись. Делаш совершенно спокойно бросал, но не забил. Джеймс уходит от СО. Ольбрехт, какой гвоздь красивый. И, конечно, Делаш даже не стал вставать на пути. Пол не выписывает Кингу, тот твердо стоял на ногах. А здесь вколачивает он мяч. И Енисей берет. Вынуждая Енисей брать тайм-аут. Кеннеди. Нет пола. Не свистят судьи. Джеймс пошел. И, по-моему, Арбета заставил свалить. И еще и забил. И минимум овертайм. Енисей себе обеспечил. Нужно торопиться. Трехочковый влетит. Да что ж такое? 82-82. Сумасшедшая развязка какая-то. Захаров через руки сейчас уже Вейдемана. Тейлор. Яковенко парашют вешает, и наш центровой вколачивает мяч в корзину, а в зону атаки. Арбет доносит мяч до кольца, 15 секунд осталось. Здорово увидел Яковенко.